Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Минутку. Давайте осмотримся. Вот у нас, прям вот здесь где-то. Идем в хату. У нас, кстати, от пистолета патронов дохренища. Поэтому надо пистолетом почаще пользоваться. Хотя я так уверен, что игра рассчитана на то, чтобы я ползал, продавал, летал себе на бронежилет и на оружие. Давай, прибыл. Уж чего-чего, ну блин, вот в некоторых играх мне графика. Что у нас здесь? Это же не ошибка! Это мой очередной провал. Вот оно что. Сначала ты меня не послушал и взял заложницу, потом закрутил с ней какой-то брендовый роман. Она 60-летняя хозяйка. Нет, ей 57. И она считает, что я зрелый мужчина. Да. Так послушай, за 30 лет брака с самым злобным в мире бандитом любая сойдет с ума. Ты только усложняешь мне жизнь. О, какой сюрприз. Так и знал. Короче, блин, это... Как сказать, ну, реально так-то... Бредовая ситуация. Сама ситуация бредовая. Что у меня здесь? Опа. Микрофон. Микрофон-то хороший, блин. Привет, Франклин. Ладно, так, хорошо. Допустим, все это дело уберем. Идем так и делаем свое дело. Во! Молодец! Высказал суть! Красавчик! Давай! Так, сваливаем. Сегодняшний спонсор нашего показа — водочка Байкал, да. Выпил, кстати, не просто так, а за ваше здоровье, подписчики. Да. Суть в том, что приятно, когда тебя смотрят, да. Пусть не так часто я выставляю свой контент, пусть у меня видяха не мощная, но тем не менее, как сказать, само старание для вас это уже чего-то стоит. Итак, давайте погнали. Как-то в основном я любитель шпионских или снайперских игр. К чему мы, собственно, потом в итоге-то и вернемся? Вот там... Нет, хотя, да. Том Райдера схитится к гробницам, это... Да, мне симпатизируют. Или я симпатизирую, как правильно сказать, не знаю. Нравится игра в том плане, что... Она, так сказать, и вроде как с обширным миром, и вроде как со свободным действием. Делай, что хочешь. Хочешь, убивай врагов, хочешь, не убивай. Потому что на некоторых, да, только смерть спасет их. О, и спасет. Избавит меня от лишнего геморроя, так скажем. Последний Том Райдер у меня был, если я не ошибаюсь. Он у меня был на XP, на Windows XP, ну такой, да. Немножко, так сказать, слабоватый в разрешении. Один из первых. Но тем не менее, на халву по первую похоже, кстати. На халву первую, да. Похоже. И тем, как сказать, наверное, привлекательней. Не знаю, как сказать правильно. Сейчас смотрел, вышли чужие. Чужие 5 или чужие 6 какие-то вышли. Ну, есть чужие.
позднего выпуска 90-х годов, которые, поверьте мне, действительно хорошие в своем разрешении. Есть одна игра, я хочу ее, не знаю, сыграть. Там играешь и за человека, и за чужого, и за хищника. Вот, это одна игра. Можно играть за любого из трех персонажей. Это еще в то время было. Найти ее не могу, я не знаю, загрузится она ли на десятке. Или надо XP-шку прогружать. Что он говорит, я не знаю, поверьте мне. Я когда вожу, я не слежу. Hey, let's just do this thing, all right? Ой. Так. Ain't you looking? Вот ни хрена себе. Ха-ха-ха, вот так. Не, ну так-то, конечно, прикольно. Оно меняется ракурс сам по себе, прикиньте. Твою ж мать, да если б я... Ну-ка, давайте я поменяю. Настройки. Назначение, так, мыши, клавиатура. Назначение клавиш. Давайте я поменяю. Вот, нет, бой, оружие, машины. Где твою ж мать? Так. Нет, извините. Ага. А где у меня? Твою ж мать, пешком бой, выбор оружия, любой транспорт. Все нормально. Так, я не понял. Кто-то в меня вообще стреляет, по идее. Из-за того, что я хотел поменять управление, на меня напали бы. Бред полный. Это пиздец, товарищи. Еще и две звезды заработал на пустом месте. Твою ж мать! Хоть я и не эмоциональный, да, я говорил много раз, что я не эмоциональный блогер, не знаю, стример, ведущий, называйте как хотите. Но не до такой же степени. Че уж, блять, совсем-то из меня идиота делать?
Еще столько якобы знают, куда ехать, твари. Заставляют меня, блять, кататься. Прошу прощения, ну так я не матерюсь, но тут реально у меня уже говно подпипает. Давай, поехали. Где-то проехали, блин. Ё-моё! Да, это, наверное, будет эксклюзивное видео. Под градусом, на преддверии продажи. Да, кстати, я продаю сегодня некую вещь, очень важную, которая стоит 30 косарей, но я продаю ее за 6, ибо, ну, сердце у меня такое доброе, я не знаю, не могу отказать нуждающимся, ибо дети наше будущее. Итак, ладно, в этот праздник чудесный. Блин, надо смотреть либо там, либо за дорогой, либо на карту. Right, Frank, we're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready, because we're gonna wanna go ASAP. I'm on getaway, man. I'll do it. All right, you know where you gotta be? I got it down. Ты знаешь, где должен быть, хорошо. Just for you. Поставь фургон у входа в банк. Бля, мне кажется, вот смотрите, вот смотрите на эту машину. Мне кажется, на ней надо будет удирать. Либо на следующей. Это две тачки сделаны специально для того, чтобы вы смогли убежать. Это мое мнение. We ready for this? I could use a restroom break and risk getting ID'd. You're an idiot. I gotta go. Нифига не действует кнопка. Yeah, well, pinch it off. I'll go in the bank. I got a baggie. Double bag it. Фургон мне этот нахрен не нужен будет. Он должен здесь заблокировать, и как я понимаю, войдите в банк. Твою ж мать, ну беги, ёп! Ксюша, ну-ка, быстро одеваемся. Так, это у меня дочь. Прошу прощения. Давайте. Выберите Майкла. Stay down. On the floor. Доберитесь. This is a power thing, buddy. Давай, я уже даже не знаю, что сделать-то. На. Have you met this alarm guy? Fucking shoot him. Я пострелю его нахер. Хорошо. У нас заложники. Куш, смотрите на Куш, он растет. А, он не пробиваемый. Хорошо. Берем все, что есть. У меня хреново куча. Вот этих патронов к пистолету. Они стоят подешевле. А стреляю я, наверное, получше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою ж мать, дракон! АГА! АГА! Дракон!
каждая пятая пуля светящаяся. Здрасте. Твою ж мать, откуда я это знаю, потому что читал книгу Рэмбо, там все было описано в этой, про пулемет шестиствольный. Кстати, аналог Максим, наш пулемет Максим. Бежим. Так, вертолет сбили. Осторожно, он падает. Так, вышли. Что интересно вот в этом драконе, то что... Слезает. Рассказывает это пуля светящийся, а он якобы один луч, очень похожий на один луч. Подобное оружие было у немцев. Ее называли пила Гитлера или что-то в этом роде. Пулемет. Слишком жарко, хочешь притвориться мертвым? Блин, ну там же такие тачки были, твою ж мать, ну почему не в них? Действительно, есть такая броня, прям охренеть, это действительно так, броня такая существует. Уж 8 миллионов! Мне танк прислали, мне! Давай, мне танк прислали! Я на танке нахрен, наверное, я надеюсь! А, это не я! Блин, блинский. Реально не помню эту миссию. Я играл в нее очень давно. Просто эта миссия действительно есть во всех версиях, во всех этапах. А
Так. Мы ее просто подвинем в машину. Успел чуть-чуть. Ты как? Пока живой, еду. Поехали. Не знаю, конечно, кто по мне стреляет, но я поехал. Это хреначит. Их убили! Майкл погиб. Хорошо, ладно. Ксюшенька, извини. Так, ну как пишет туда? Так.
едем, едем. Отстреливаться. Вообще повезу. Так, выходим. Доберитесь до железнодорожной платформы. Блин, столько людей погибает, твою ж мать. Люди гибнут за металл, реально. Ни хрена не смешно. В этой броне, во всем хрени этой. Молодец. Чимчи какой вкусный чимчи. Да. Easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking. Так, они обыскивают поезда в поисках нелегалов и могут по ошибке. Та-та! Грохнуть нас. If you expecting them to bring you up, you're gonna be disappointed, homie.
За какие-то бумаги, так скажем, погибли куча людей. Я думаю, это неправильно. Да, они, конечно, подрядились нас за деньги, там все это делать. Что-то я не понял, это что, то, что нам досталось, и все, что ли? На этом все. Блин. Блин, я даже не знаю, как мне башку оторвать ему. Надеюсь, ему будет в конце. Ха, туннеля! Темную! Люди таких не любят. Идем, Фрэнклин. Я позвоню тебе, кореш. Отлично. Эй, ремни. Кстати, ремни безопасности пристегивайте всегда. Я это говорю не только как по игре, а как и в жизни тоже рекомендую вам. Ведь все-таки это ваша безопасность. Как бы это глупо ни звучало, наивно. Но. Да. Ремни безопасности надо пристегиваться. А самое главное это. А. Это. То, что это ваши деньги. Сейчас не только же водителя штрафуют. Сейчас штрафуют еще и пассажира. Твою ж мать, у меня машина вон там. Она, блядь, гоночная, но я хотел ее бронебойной сделать. Итак, ну и местечко. В прошлой серии много. Так и не возненавидел этих нахуй. Так. Так, а, недалеко. Sometimes this is a high value courier service run by Meriwether. Давай, недалеко, недалеко. This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel train. Gold. Sometimes gold, sometimes our work. Господи, еще на ходу стрелять точно в GTA переиграешь, потом идиотом станешь, который в Америке людей за так убивает. Так, а мне сюда. Давай, давай, давай. Майк, oh yeah, another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Okay. I'll pick him up when I'm back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah, I know. That's why I'm getting changed. Oh, getting changed? What have you turned into? Choo-choo! Твою ж мать! Откуда ж я знал, что надо будет на крышу поезда-то прыгать? Don't leave without me! Да ж твою мать! Ёж твою мать! Чу-чу! Давай еще разок! Вот я уже сам, извините, мне сбеленил нахрен. На крышу, значит, запрыгнуть надо. Майк, oh yeah, another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Okay. Мать его. Back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah, I know. That's why I'm getting changed. Wow, getting changed? What have you turned into? Don't leave without me! Чуть-чуть не смог. Да ёб твою мать!
Вот так. Остановите поезд. Ладно. А, так я уже на поезде, это уже облегчает задачу. Бля, они... Да ёшь твою мать-то! Тревор упал с поезда. Хули ты, блять, вообще там? Короче, мы доехали. There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Давай. Let me know when you набираем need скорость. Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Polito Station, whole of Meriwether's gonna be on to us. Давай, даже не знаю, куда мне ездить надо, но мы едем. Убираем руки. Смотрим, куда мы едем. А куда мы едем? И зачем мы едем? Блин, чимчухи так хочу, пипец. Вкусная чимчуха. Так, ладно, поезд мы ведем. Катер мы, блядь, ну катер мы тоже ведем. А нахера нам поезд и катер, в чем связь? Доберитесь до железнодорожного моста, хорошо. Ай-яй-яй. I'm living the life, my friend. This is quite a spot you pick. Enjoy it now, так. Because it's about to start raining fire. Что, фишка? Да, вот специально угробил. И не подумал, падла, как спасаться будет, что ли? Так, подожди. Open that tin can. You gotta hit the container. Да ёж мать, я просмотрел, что там мне надо было. Бля! Контейнер, come on!
Ну-ка давай-ка, может меня убьют, и я... Так, ладно. Жестянку. Вот так вот. It's about fucking time. Давай, время, мать их. Бери, что там надо. For your Tiddler and find the loot. I ain't found nothing good yet. Find something, Mike. Find. Бля. Минутку. Fleet's here, bro. We can't hang around here. Let's move it. Keep me covered. This takes time.
parachuting in now! You wanna die in that box? Let's go! I can tell you I'm looking, or I can actually look! Speed it up! Grab something, let's go! Reports than looking. Hurry it up, man. I ain't struck gold or heart or anything yet. Hold them off. No more sniper, so you can come out as soon as you find something! I'm out here doing the hard work while you're in there relaxing. Find something! It's dark and wet and loud in here, T, alright? Merryweather recovery teams arrive! It can't be this hard to find treasure in the magical train! I'll find something when I find something! I'm gonna speed you up, man! Keep them away from me, man! I'm looking! Snipers are down! So don't let that keep you! Now the parachute regiment burns up! Давай, плыви, бля! Finally! Come on! Что-то я не понял. Так. Бля, это меня течение уносит. Предположим, ладно. Предположим.
Так. Плыви! Потихоньку, блядь, ты столько плыл, блядь! Не понял, это что за херня-то? Подожди, это реально херня какая-то. Да вы чё, бля? Ты куда плывёшь? Эй! Человек уёбок! Что-то клюнуло где-то, короче. Down river. Time enough. Давай. Реально где-то что-то клюнуло, клюнуло. Уж так, чем, блядь, ну никак, реально никак. Пробуем еще разок. Вообще-то привилегия Call of Duty вот так вот стрелять. Как ты на GTA попала, я не знаю. I don't know, man. I get kind of pissy when I miss a putt. Так. Вроде как к морю прорвались, все. There's somewhere we can pull up, just down the coast. Давай. Сейчас поправлю себе мышь. Whoa, какие-то люди, man, собаки, блядь, гуляют здесь. Вы чё? Ё-моё, бля! Давай. Будь я эмоционален, но у меня здесь говно распирает. Вот этого тупизма. Это что за люди здесь?
Блять, доберитесь до транспорта отхода. Пойдем. Только я не в ответ, я в бак вот этот пойду. Блин, я хочу в бак. Вот. Вот в это я хотел. Он не понял, что более маневренный такой. Да возьми эту трубку нахрен. Hello, Townley's on the line too. Hey, Trev. All right. Asshole! Bullshit! Бля, две звезды доработал. На пустом месте. За покупку твою ж мать. Давай. Смогу. Убег. Ничего, схватился с стыдной бандой и ничего. Че, ножки переехал? Ну ничего страшного. Нечего ходить здесь. Это что, тропа для людей? Эко-тропа или что у вас тут? Так, ограбление удалось! Так. По идее, это неплохо. Уверен, в прошлый раз, вот, когда я на мотоцикле ехал, а они на гонке, они ехали по этой тропе. Иначе как они могли быстрее меня добраться куда-либо? Твою ж мать, так! Твою ж мать, под машину! Какого хуй ты под машину залез? Минус 5000. Ну что ж, тем не менее, на этом все. Предлагаю
видео закончить. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока.